В конце сентября вступил в действие новый закон, закон об антифрауде. Теперь банки обязаны проводить мониторинг операций своих клиентов с целью выявления нетипичных операций для каждого клиента. Почему это важно? Ну, предположим, вы каждый день совершаете покупки в своем магазине рядом с домом. И вдруг с вашей карты осуществляется платеж, но тоже в супермаркете, но совершенно в другой стране, хотя вы физически находитесь здесь и никуда не уезжали. С точки зрения банка, это та самая операция, которая должна быть отконтролирована и после которой банк должен связаться с вами и выяснить, совершали вы эту операцию или нет. И если вы не совершали этой операции, и вы сообщаете об этом банку, то банк должен приостановить исполнение этой транзакции, и таким образом ваши деньги оказываются в сохранности. В случае, если у банка нет антифрод-системы, и он не отмониторил транзакцию, и ваши деньги ушли злоумышленнику, то в этом случае банк обязан вам вернуть деньги. Для этого существует 9-я статья закона о национальной платежной системе, и в рамках этой статьи вы вправе обратиться в банк для возмещения финансовых средств. Еще одно новшество, которое вводит закон об антифрауде, это возврат денег юридического лица в случае, если со счета юридического лица эти деньги были злоумышленниками выведены. Ранее процедура возврата не существовала вовсе. Если юридическое лицо теряло деньги, то теряло их навсегда. Сейчас эта ситуация меняется, и для возврата денежных средств юридическому лицу теперь нужно обязательно обратиться в свой банк. We'll be right back.